Сейчас еще один сюрприз. С нами на связь по скайпу выходит еще один герой. Узнаете ли вы его, Игорь? Внимание. Загадочно улыбается. Загадочно улыбается. Так мы все оба загадочно улыбаемся. Может, он меня тоже, может, не узнает. Понимаете, в чем дело? Хорошо. Но давайте скажем, откуда вы выходите с нами на связь, из какого города. Может быть, это поможет. Вот именно. Скажите город. А, это вы меня спрашиваете? Да. Я из Ташкента. Ташкент. Леша, привет. Привет из Ташкента. Привет из Ташкент, из Москвы. Да. Так что? Кто это? Ну? А, это Игорь. Конечно. Игорь, это ты? Да. Игорь Пинхасов, конечно. Не знаю. Не знаю. Да. Игорёк, я в шоке, вот в шоке, в полном. Ну, расскажите, кто это? Ну, если даже мне слово «Ташкент» и вот эти маки на заднем плане, они же хлопок, ничего не подсказали. Это желтый тюльпан, извините, пожалуйста. Ну, кто о чем? Кто с кем дружит, понимаете? Ну, из этого нельзя. Игорь, я так счастлив тебя видеть. Значит, рассказываю, это человек, с которым мы учились в училище при Московской консерватории по классу композиции. Это парень был самый талантливый на всем нашем курсе, который сочинял невероятные пьесы, невероятные мугамы, невероятные какие-то полифонические свои среднеазиатские такие штуки. Очень вкусную музыку ты сочинял всегда. Я так гордился, что я с тобой учусь вместе. И я горжусь. Давай на тебя смотри. Я, конечно, причесочка другая. Вот, причесочка слегка изменилась. Но глаз гораздо меньше. Но глаз тот же. Горёша, узнаешь вот этот учебник? Музыкальная форма способна. Учебник по музыкальной форме. Конечно. Видно? Конечно. А здесь, вот, не знаю, видно или не видно, штамп нашего библиотеки, нашего музыкального училища. Да, это значит, что мы с тобой, это как-то так... Это тот самый учебник. Да. Помнишь, мы с тобой всю ночь занимались музыкальной формой, а на утро пошли Холопову сдавать экзамен. Да. И так что? Вот, это тот самый учебник, который нас с тобой тогда выручил, по которому мы с тобой занимались. Представляешь, он остался целый. Я случайно умыкнул его. Да. Может, пора уже сдать библиотеку обратно? Наверное, приеду в Москву. Прошли годы. Игорь еще прислал фотографии, которые мы должны сегодня показать. Вот так вы выглядели в колледже, у вас этих фотографий нет. И он переслал вам, чтобы у вас были на память вот эти фотографии. Вот так спасибо. Вы выглядели. Он его узнал. Вот. Игорь, как ну что, узнал? Спасибо огромное, спасибо большое. Игорёш, все, я получил твою фотографию. Вот здесь это, конечно, это ты. Ну что? Я предлагаю сейчас уже самое время, раз мы так здесь все расслабились, выпить за любовь. Давайте, а есть что? Начнем с песни.